Свою политику, свой легалайз. Покупатели ценили качество и невысокий прайс. Моего товара на проценты от навара жил, остальное вкладывал в оборот. Народ ценил меня, ментам не сдавал меня. Но как известно, ничто не длится вечно. Шалобасный братья и нашелся таки предатель. Стоило нажать, начал говорить с пристрастием, выкладывая места встреч, номера телефонов. И о чем шла речь в разговорах, о том, что объемы суровы. Также упомянуто было, я лег на дно, заморозив движение. И мое решение по карману стукнул, в голову мою спасло. Так дайте же дыма, хорошего и недорогого, едкого, веселого, обогащенного смолами, чтобы наши мысли и рифмы стали ломанными. Так дайте же дыма, хорошего и недорогого, едкого, веселого, обогащенного смолами, чтобы наши мысли и рифмы стали ломанными.